Здравствуйте, меня зовут Искандер, я рядовой участник возрожденной всеобщей кассы МММ с декабря 2021 года. Единоразово оказал помощь в размере $5000 и вот уже запросил в третий раз. В первый раз было 15 тысяч, второй раз 55 тысяч. Сейчас на 70 тысяч. Все нормально. Все прилетает почти мгновенно. Спасибо Даниилу, Артему, моему десятнику. Вот. Хочу от себя добавить, что сейчас очень такая грамотная система выстроилась. Мне очень нравится. То есть сейчас и коммуникация у людей выше с этими, с менеджерами. Ой. С мессенджерами. Вот, все там в Телеграме. Там есть бот, который все процессы, очень многие автоматизируют, и это очень удобно. Я думаю, раньше не было такого функционала при живом Мавроди. И то, как он бомбанул, все равно. Так что сейчас это можно сделать в разы лучше и качественнее. Тем более там все в биткоинах, то есть никто нам не мешает, и все ограничения только в голове. Самое важное — это вот эта вот связка людей, которые в системе, то есть как бы качество людей, их намерения, как бы помыслы, какие у них, вообще, насколько хорошие. Я заметил, что эта структура привлекает только таких людей хороших. Так что надо всячески поддерживать чистоту помыслов и связь между участниками. И тогда она будет крепкой. Ну и все время улучшать как-то систему. Вот. Всем еще раз спасибо. Сейчас скрин приложу, который будет в конце видео. Там не 70 тысяч, а 69 900 с чем-то, то есть 60 рублей там комиссия, но мне потом отдельно их вышли, сказал десятник, но я сказал, не стоит, не будем мелочиться, так что всем все платится, и мы можем многое. Давайте, ребята.